Свои познания о качестве лакокрасочного покрытия датирую 86-м годом прошлого столетия. Тогда в первый раз в Москве увидел уставшую первую иномарку «Татру». И не понял, почему краска вся имела концентрические круги. Затем и благо вышла детская энциклопедия, и в пятом томе, посвященном автомобилям, была раскрыта тема покраски даймлеров и ягуаров, покраски в 5-7 слоев. Приобретение первого автомобиля белого цвета вопросов покраски не вызывало. Вот сколы – да. И только с первым металликом возникло осознание того, что краску защищать надо. Защита лакокрасочного покрытия в Магнитогорске, возведенная в ранг экспертной, сейчас освоена и применяется компанией «Мистер Кэп» автомоечного комплекса «Твой Дадыр». И серьезные новые автомобили, и даже отечественные, приезжают и получают удовольствие от потрясающего блеска. Но мы сегодня поговорим о защите. Есть чудеса, есть закономерности. И некоторые объяснить достаточно сложно. Но вот такое случается, что как только я снимаю свои автомобили, через некоторое время, примерно через месяц-два, они попадают в ДТП. И это правило было именно со всеми автомобилями. Ну что ж поделать. Но искусство требует жертв. И вот сегодня очередной эксперимент на очень сложном автомобиле. Здесь есть и аэрография, здесь есть и рокал. И куда мы приехали? Мы приехали в компанию «Мистер Кэп» для того, чтобы обработать легендарного «Скайлайна». Потому как, ну, красился он неоднократно, а вот теперь необходимо навести полный блеск. Но до полного блеска, конечно, еще и далеко. Давайте посмотрим, как будет машина выглядеть, сделанная «Мистер Кэпом» наполовину. Кроме всего прочего, мы также обработаем стекла по нанотехнологии. Идея обработать настолько сложный автомобиль висела давно. Это почти аэрография. И это совершенно неоднородное покрытие. Справедливости ради заметим, спортивные автомобили живут яркой, но короткой жизнью. Этот же имел честь из многочисленных баталий выходить победителем. А шрамы и морщины мгновенно убирались, но никогда он не красился целиком. Итак, бронелак на капоте, полосы серебряного цвета там же и по крыше. Уникальный свой густой перламутровый цвет и новое лобовое стекло под нанообработку. И не сказать, что эта работа была проста. Да, Sky для 93 года, да и сейчас, один из лучших аэродинамически облизанных автомобилей, который на японском кольце рвал всех и похоронил и Супру, и многих конкурентов. Но как залезть? Сначала очистить, а затем подготовить, а затем нанести жидкий пластик, одновременно обновив оптику и смыв родную китайскую защиту с лобового стекла. Да вот так, и этими руками. Не сказать, что просто. Но за то время, когда успевают сделать всю машину, мы обработали половину. И результат. Да, обалденный. Залитое жидким пластиком покрытие дало такой яркий эффект, которого ранее не видел. Да, машина зеркально заблестела. Да, все владельцы татуированных автомобилей, то есть с аэрографией, срочно сюда. И это будет эффект глубокого насыщения цветом. И главное, при должном внимании, при должном уходе, регулярной мойке с использованием наномойки здесь же, результат будет длительным. Да, и сертификат от «Мистер Кэпа» обязателен при оценке после ДТП для любой страховой компании. Итак, фаза первая завершена. Автомобиль обработан ровно наполовину. Помните, в свое время мы обрабатывали «Тойоту». Так вот, «Тойота Пробокс» была обработана в шахматном порядке. Здесь же все наоборот. Ровно половина «Мистер Кэп», ровно половина нанообработка. Теперь чего ждем? Ну вот тучки появились, ждем дождя. Я надеюсь, он скоро появится, потому как задерживать выход в свет нового репортажа нам бы, честно говоря, не хотелось. То, чем мы решили заняться в дальнейшем, я делать не рекомендую никому. Мы вообще в редких случаях обходимся без фанатизма. Но чтоб в догонялке с грозовым фронтом, который почему-то решил пройтись по левому берегу, это в первый раз. Итак, забыв дворники, в очередной раз удивляем всех и себя в том числе. Нанообработка стекла настолько действенная штука, что от ее реальной работы получаешь настоящее удовольствие. И даже на небольших скоростях капли воды, разбиваясь о лобовое стекло, превращаясь в мелкую пыль, не мешают. Чуть нажав газ, чудесным образом после 50 км стекло, обдуваясь потоком воздуха, сдувает мелкие капли, и все. И хотелось бы еще дальше, не распевая дифирамбы, фиксировать чудо нанообработки. Но как же работает «Мистер Кэп»? Результат, казалось бы, не так очевиден, как в случае с черным универсалом. Но мы решили в этот раз грязь неоднократно закрепить. Ну что ж, есть эксперименты, которые длятся день. Есть эксперименты, которые длятся неделю. Есть эксперименты, которые длятся годы. Но вот мы решили все-таки ограничиться неделей и покататься.
Что в результате этих экспериментов мы увидели? Ну, потрясающую работу нанообработки. И прежде всего, и после того, как вы ее сделаете, я вам рекомендую не забывать, как я забыл о дворниках, потому что даже в самые жесткие ливни дворниками я не пользовался. И в принципе достаточно видно, что одна часть стекла грязная, другая нет. К сожалению, магнитогорская грязь очень липкая. И поэтому машина, в принципе, казалось бы, покрыта равномерно. С одной и с другой стороны. Ну что ж, давайте сейчас поработаем немножко мойщиками и проверим, как дело обстоит в реальности, как грязь смывается с поверхности обработанной мистер Гэвом и с поверхности необработанной. Ну, о том, что машина сияет, тут уж говорить не приходится. И когда мы начинали этот эксперимент, я говорил автомойщикам, и точнее специалистам мистер Кэпа, что вам предстоит тяжелая работа. Тяжелая работа в смысле тяжелой машины. Ну, поехали, посмотрим. Ну что ж, все в принципе понятно. Лобовое стекло без комментариев. Давайте обдуем немножко бочинку. Просто без фанатизма. И мордочку в том числе. Да, там, где не было мистер Кэпа, грязь смывается, ну, с большим трудом. Вы можете это видеть вживую. Надпись Skyline. Сколько усилий. Со стороны же мистер Кэпа я попрошу это показать. Надпись Skyline даже с большого расстояния. Вот и все. Если приложим больше усилий, буквально два движения, и грязи как не бывало. В общем, в очередной раз доказано, то, что применяется здесь, на Гагарина 52, в автомоечном комплексе «Твой Дадыр», то есть шведская технология «Мистер Кэп», посмотрите, капли с капота как стекают. Ну и нанообработка стекла. Все это великолепно работает. Какие машины вам необходимо обрабатывать? Конечно же, новые машины, без вопросов. Конечно же, старые машины тоже. Если вы очень любите свой автомобиль, я бы вам рекомендовал потратить, ну, лишние там 1000 условных единиц, причем не розовых и не оранжевых условных единиц, а обычных зеленых, для того, чтобы ваш автомобиль сиял так, как не сиял он, как был новым. И внесем видеоуточнение. Вот эту поверхность, необработанную, мы мыли с пристрастием и не промыли. Эту обработанную слегка обдули керхером, и она значительно чище. И вывод. Даже в случае с грязным автомобилем, царапины от веточек, которые цепляют грязный абразив, автомобилю, обработанному мистер Кэпом, не страшны. Ну а зеркальный блеск возвращается после качественной мойки.